У меня есть некий такой гипнопистолет. Когда стреляю, человек сразу падает назад, глаза закрываются. 3, 2, 1, 0. Владимир Ефимов, встречайте! Так, добрый вечер, уважаемые друзья! Я безумно рад видеть каждого из вас. И для начала хотел бы задать простой вопрос. Кто из вас вообще верит в гипноз? Поднимите вверх левую руку. Есть такие. Хорошо. А кто из вас вообще, возможно, видел меня на просторах Ютуба вместе с Джо Бутилем? Поднимите вверх левую ручку. А есть такие, которые смотрели мой тест на гипнабельность. Можете тоже поднять вверх руку, если такие есть. Хорошо. Все мои коллеги работали с вашим воображением и с вашим сознанием. Я же хотел бы поработать с вашим подсознанием и показать, на что способен каждый из вас. Но для начала хотел бы вы проверить, кто из вас самый внимательный. Поднимите вверх левую руку. Все поднимаем вверх левую руку. Левую. Поднимаем. Сжали руку в кулак и разжали. Сжали. Показываем большой палец. Когда говорю большой, показываем большой, не указательный. Хорошо. Ну а сейчас хотел бы максимально включить свет в зале, погасить свет на сцене. Я хочу увидеть каждого из вас. Потому что прямо сейчас мы проведем ряд тестов и выберем тех счастливчиков, которые окажутся прямо здесь, на этой сцене. Так, свет на меня можно выключить. Включаем свет в зале. И... понимаю, будет вам это не очень удобно. Пожалуйста, встаньте с своих мест вверх. Все поднимаются со своих мест. Одна небольшая просьба будет вам. Не подыгрывайте мне, а самое главное, не сопротивляйтесь. Сидите так, встаньте так, чтобы вам было удобно и комфортно. Руки вытягивайте перед собой. С хлопком сводите их вместе. Сжимаете в замок. Согнули в локтях указательные пальчики перед собой. Сжали указательные пальцы. Посмотрите на то место, где соединяет. И те, кто был сейчас поднятыми руками, выходите на ту сцену. Ручки вытягивайте перед собой. С хлопком сводите их вместе. Сжимаете между собой. Глаза закрываете. Глаза закройте. И просто представьте, как ваши ладони начинают прижиматься друг к другу. Я дотрагиваюсь до ваших ладоней. А руки словно сжимаются. Приклеиваются друг к другу. Все сильнее. Сильнее. И сильнее. Руки прямые. Хорошо. Просто почувствуйте, как большой палец прилипает к большому, указательный к указательному, средний к среднему, безымянный к безымянному, мизинец к мизинцу и так далее. Хорошо. Просто представьте, как руки прилипают все сильнее, сильнее и сильнее. Просто представляете, что руки приклеились до такой степени, что чем сильнее вы пытаетесь их разорвать, тем хуже получается. Хлопаем в ладоши, пытаетесь их разорвать в разные стороны. Пытаетесь развести, но замечаете, что невозможно это сделать. Чем сильнее пытаетесь это сделать, тем хуже получается. Руки склеились. Разорвать уже их невозможно. Пытайтесь со всей силы разорвать. Раз, два, три. Руки расклеились. Поаплодируем нашим участникам. Хорошо. Руки расклеим. Хорошо. Стряхнули правой рукой. Поднимаете руку вверх, посмотрите в центр ладошки. И прикладываете руку к голове. Прикладываете руку к голове, глаза закрываете. И просто почувствуйте, как ваша рука... и голова становится единым целым. Почувствуйте, как прилипает ладонь. Почувствуйте, как прилипает большой палец. Указательный, средний, безымянный. Просто почувствуйте, как ваша рука и ваша голова стала нечто единым целым. Представляете, что рука и голова склеились. Уже нет никакой возможности ее оторвать. Один. Рука полностью приклеилась. Два. Пытаетесь оторвать ладонь. Прилипает пальцем. Пытайтесь оторвать пальцы, прилипает ладонь. Пытайтесь оторвать руку, задача оторвать вашу руку. Пытайтесь ее оторвать со всей силы. Можете взять свою другую, свободную руку, попробовать оторвать. Отрывайте со всей силы. Пытайтесь оторвать ее, но замечайте, чем сильнее пытаетесь это сделать, тем хуже у вас это получается. Рука словно приклеилась, и невозможно оторвать. Хорошо. Угу. Хорошо. Ваши глаза закрываются, ваше тело максимально расслабляется, вы куда-то проваливаетесь. Приятно, радостное воспоминание. Глазки открываются. Иди сюда. Быстрее в центр ладошки.
ударив центр ладони. Просто видишь, как рука медленно притягивает, приближается, и тебя постепенно тянет назад. Сильнее, сильнее. 3, 2, 1, 0. Спать! Полное спокойствие, расслабление во всем теле, от головы до кончиков пальцев рук и ног. Расслабление все больше, больше и больше в каждой мышце, в каждой клетке. Сюда. Все дальше, глубже и глубже. Раз, два, три, смотри на меня. Дай руку. Просто расслабь ноги вместе, носки вместе. И посмотри вот сюда. 3, 2, 1, 0. Спать! Полное расслабление в каждой мышце, в каждой клетке. Проваливайтесь, приятно. Чувство спокойствия, расслабления. Хорошо, комфортно, спокойно. Отлично. Приятно, спокойствие, расслабление. Сюда. Хорошо. Чуть правее. Быстрее в центр ладони. Ага. И почувствовать себя медленно, начинаете тянуть назад. 3, 2, 1, 0. Спать. Все дальше. И глубже в приятное расслабление. Самое вкусное. Хорошо. Все дальше. И глубже. Хорошо. Иди сюда. Открой глазки, иди сюда. Руки расслабь и посмотри на меня. Дай руку. И смотри вот сюда. Когда скажу спать, просто проваливаешься, приятно, расслабление. 3, 2, 1, 0. Спать. Полное расслабление в каждой мышце, в каждой клетке, от головы до кончиков пальцев рук и ног. Хорошо, комфортно и спокойно. Раз, два, три. Иди сюда. Прыгай вниз и садись на сцену. Садись сюда. Как зовут? Как? Слава, посмотри вот на этот прожектор. Посмотри на него. И начинай медленно считать до нуля. 3, 2, 1, 0. Спать. Все дальше. Глубже и глубже. Приятно, спокойствие. И расслабляйся. Смотришь в центр ладони. Видишь, рука медленно тянет назад, сильнее, сильнее. Спать! Все дальше. Глубже. И глубже. Хорошо. Посмотри в центр ладошки. Глаза открываешь, смотришь вот сюда. 3. Видишь, как тянет назад сильнее, сильнее. 2. Невозможно сдержаться. 1, 0. Спать. Полное расслабление в каждой мышце, в каждой клетке от головы до кончиков пальцев рук и ног. Расслабление все дольше, дальше и глубже. Смотри в центр ладони. И точно так же тянет назад. Спать. Все дальше и глубже. Меня парни просят всегда научить. Посмотри в центр ладошки. Я чувствую, как тянет назад сильнее и сильнее. 3, 2, 1, 0. Спать. Все дальше. Иду глубже. Приятно, приятно, расслабление. Открой глаза. Как самочувствие? Иди сюда. Встань руки вместе, носки вместе. Посмотри на ладошку, посмотри на меня. У меня есть некий такой гипнопистолет. Когда стреляю, человек сразу падает назад, глаза закрываются. 3, 2, 1, 0. Полное спокойствие, расслабление.
Глазки открыли. Иди сюда. Угу. Руки расслаблены, расслаблены, расслаблены. Посмотри на меня. Руки падают вниз. Ты сразу ссыпаешь, падаешь назад. 3, 2, 1, 0. Спать. Полное, полное расслабление. В каждой мышце, в каждой клетке. Открой глаза. Посмотри на ребят. Хочешь к ним? В смысле не хочешь? Чего боишься? Куда падать? А, нет, посмотри в центр ладошки, смотри. Просто почувствуй, как тянет назад. 3, 2, 1, 0. Спать. В полное, полное расслабление. В каждой мышце, в каждой клетке спать. Каждый раз, когда буду говорить спать, вы вновь будете погружаться в это приятное расслабленное состояние. Но прямо сейчас очень громко в голове у себя проговорите 0, 0, 0. Каждый раз, когда вы закрываете глаза, расслабляетесь, громко в голове все повторяете 0, 0, 0, и сами можете погружаться в это приятное состояние. Но когда досчитаю до 3, ваши глаза откроются, но вы продолжите оставаться в этом приятном состоянии. 1, 2, 3, просыпаемся! Глазки открываем, бурные аплодисменты звучат нашим участникам. Ребят, встаем, все хорошо. Вставай, вставай. Хорошо, как зовут? Иван. Иван, ты считать хорошо умеешь? Угу. Представь перед собой ряд чисел. Делай глубокий вдох. Выдох, посмотри на меня. 3, 2, 1, 0. Спать. Уверен, стоишь на земле, никуда не падаешь. И видишь перед собой ряд чисел, в котором отсутствует только одно число. Число между 6 и 8 полностью исчезает, стирается с твоего воображения. Полностью стерлось, полностью исчезло. Теперь есть только счет, считаешь вместе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и так далее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 3, 2, 1, 0. Глаза открываешь. Как еще раз зовут? Иван, ты в школе учился? Да. Вытягивай руки перед собой. И давай громко начнем считать. Громко. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 8. Дальше. Ну, 10, 11. Давай по отдельности посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо, отдельно. 6, отдельно. 1, 2, 3, 4, 5. 5 плюс 5 сколько будет? 10. Хорошо, почему 11? Хорошо, еще раз. Быстро начинаем считать. 3, 2, 1, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Что такое? У тебя с памятью все хорошо? Хорошо, вроде да. А в какой части твоего полушария хранится о том, как тебя зовут? Сзади, да? Посмотри на меня. Ладошку 3, 2, 1, 0. И просто представляешь, как я забираю это имя. И понимаешь, что тебя зовут Настя. Почему-то это имя было всегда с тобой. Ты уверен в этом всецело, глубоко и полностью. Ага. Раз, два. Три, глаза открываем. Слушай, скажи, в каком городе мы находимся? Санкт-Петербург. Как бар называется? Дизи-бар. Как тебя зовут? Настя. Как? Настя. А по отчеству? А тебе нравятся мальчики или девочки? Я сказал мальчики, но девочки. Хорошо. Сколько тебе на руке пальцев? А как зовут? Ладно, посмотри сюда, посмотри вот сюда, в центр ладошки. Руки опускаешь вниз. 3, 2, 1, 0, спать. Все дальше, глубже и глубже. Каждый из вас погружается в приятное состояние все дальше, глубже и глубже. Скажем, хлопком, погружайтесь все дальше и глубже. Вот приятное состояние спокойствия, расслабления. Все дальше, глубже, 3, 2, 1, 0, спать. Все дальше, глубже и глубже. Делал глубокий вдох, но глаза закрываются, все дальше и глубже. Потому что прямо сейчас вы понимаете, что сели в вагонетку для того, чтобы прокатиться на американских горках. Вы сели, проверьте, что пристегнуты ремни, пристегиваете ремни, одеваете защиту, крепко вжимаетесь в свое кресло
и вагонетка медленно начинает двигаться вверх. Видите, вагонетка движется вверх, все выше, выше и выше. Видите, что вагонетка поднимается на 10 метров, на 20 метров, на 30 метров, 40. Видите, что внизу остаются дома, остаются деревья. Вокруг летает птица. Это самое страшное. Когорка, на которой просто все дико орут. Настолько страшно, что когда я хлопну в ладоши, вы на огромной скорости полетите вниз с криками, воплями, с невероятным адреналином. 100 метров, 150 метров. На счет 3 полетите вниз на огромной скорости. 3, 1, 2, 3. Поехали! Все сильнее, сильнее и сильнее. Невероятная скорость. Идет, поднимаетесь наверх. Адреналин вниз. Поехали! Все сильнее, сильнее и быстрее. Поднимаетесь наверх. На 200 метров. И вниз. Полетели! Хорошо. Вверх, вниз. И понимаете, что вы успокаиваетесь. Горка миновала. Раз, два, три, глаза открываются. Друзья, поаплодируем нашим участникам. Слушай, ты где катался? Где? На горках. На каких? Страшных. А в каком городе? Питер. А как горка называется? Не знаю. Хорошо. А что тебе больше всего понравилось? Ничего. Почему? А ты раньше катался? Да. А как, когда было страшнее, тогда или сейчас? Сейчас. Точно? Точно. Точно. А тебе сколько лет? 18. 18. А можно стаканчик воды? Как зовут? Саша. Саша. Хорошо. Саш, знаете, вот девушка попросит, попробуй, что это такое. Скажи всем. Вода. Вода. Саш, держи. Держи, держи, держи. Сделай глубокий вдох. Попробуй водичку. Видишь, на тебе было страшно. Попей. Угу. Хорошо, опустим вниз. И глубокий вдох, выдох, глаза закрываются. Понимаешь, что теперь это самый сильный алкогольный напиток. Начинай его пить. Допивай до дна. Очень крепкий алкогольный напиток. Пьешь все сильнее. А что у тебя оказалось? Противное что-то. А попробуй еще, попробуй. Не хочу. Не хочешь? Может, кому-то хочешь дать попробовать? Что? Да что такого? Ну, мне нравится. Попробуй еще глоток. Может, распробуй, что это такое. Пробуй. Нет. Нет. Хорошо. Попробуй еще просто глоток. Теперь тут нет ничего противного. Попробуй. На вкус обычная вода. Пробуй. Да пробуй, серьезно, что ты боишься? Пробуй. Понюхай, вода. Пробуй. Ага. Вода. Вроде бы. Выпивай залпом. Угу. Вот на самом деле на вкус это вода. Посмотри перед собой. 3, 2, 1, 0. Спать. Все дальше и глубже. Теперь ты понимаешь, что у тебя рентгеновское зрение. Все люди вокруг абсолютно голые. У них нет ни единой одежды. Все люди голые. Ты не знаешь, как ты здесь оказался. Ты единственно одет. 1, 2, 3. Глаза открываешь. А, быстрее направо, налево. Пройди вперед, посмотри на всех, пройди вперед. Посмотри назад. А назад глянь. Кто тебе больше всех нравится? Осторожно, там край сцены. Кто тебе больше нравится? Все? И, ладно, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Что такое? Что ничего? Тебе нравятся такие фокусы? А? Да! Круто! А слушай, а сядь ровненько. Сядь, сядь ровно, посмотри вот туда. 3, 2, 1, 0. Спать. В следующий раз, когда ты откроешь глаза, понимаешь, что все люди вокруг друг одежды, в одежде, на себе нету вообще ничего. Ты абсолютно голый. Раз, два, три, глаза открываешь. А, слушай, тебе микрофон. А, как зовут? Александр. Посмотри на себя. Так, Сань, скажи, ты давно начал увлекаться нудизмом?
Я не уверен. А ты сюда в одежде приходил? Да. А кто с тебя ее снял? Вы. Я? Может быть, она? Нет. Точно нет? Точно. Хорошо, посмотри перед собой. 3, 2, 1, 0. Спать. На расслабление. Погружайтесь все дальше и глубже. Сделали глубокий вдох и смотрите на меня. Следите за моей рукой. 3, 2, 1, 0. Спать. Все дальше, глубже и глубже. Полное спокойствие, полное расслабление. Очень хорошо. Совсем недавно я был в Америке и заметил, что там невероятно любят люди соревноваться в поедании яблок. Знаете, есть сочные, вкусные яблоки, которые невероятно любят есть. Подтягивайте вперед левую руку. Левую руку тягивайте вперед. Держишь ее в руку. Левую руку вперед. Левую руку вперед. Левую вытягиваем вперед, зажимаем. В руки даем вам самые вкусные, самые сочные яблоки, которые когда-либо ели. Руку вытягиваете вперед. Со всей силы зажимаете. Глаза закрыты. Глаза закрыты. И понимаете, что самые вкусные, самые спелые, зеленые, сочные яблоки. Вы находитесь на чемпионате мира по их поеданию, когда до счета до трех. Ваша задача их съесть. Кто быстрее это сделает, тот получит награду $1 000 000. Кто быстрее это сделает, тому достанется $1 000 000. Представьте, насколько оно сочное, насколько оно невероятно полезное. На счет три вы начнете его поедать. 1, 2, 3. Поехали! Все быстрее, быстрее и быстрее начинаете его есть. А какой на вкус? Какое? Вкусное. Вкусное. Какое на вкус? Жабы-жабы. А, я тебя отвлекаю. Так, спит. Какое на вкус? Не очень. На счет три вы проснетесь и поймете, что ели на самом деле. 1, 2, 3. Просыпаемся. 1, 2, 3. Глаза открываем. Ноги вместе, носки вместе. Кулаки сжимаешь со всей силы. Посмотри на меня, сделай глубокий вдох. И на выдохе закрываешь глаза. Сжимаешь их со всей силы. Почувствуй, как напряжение возникает в твоих руках. Как все напряжение возникает в твоей шее. Почувствуй, как напрягается твоя спина. Как напрягаются твои ноги. Как максимальное напряжение охватывает все твое тело от головы до кончиков пальцев рук и ног. Все тело твердое, стальное, несгибаемое, как железобетонный опор. Дотрагиваешь до лба, падаешь назад, ничего не боишься. Полное напряжение в каждой мышце, в каждой клетке от головы до кончиков пальцев рук и ног. Напряжение все больше. Больше и больше. Дотрагиваюсь до спины. Тело выгибается вверх, словно железобетонный мост. Напряжение в каждой мышце, в каждой клетке. Вставай на стул. Шаг сюда и шаг сюда. Все тело твердое, несгибаемое. Держишь любой вес, ничего не боишься. Полное напряжение в каждой мышце, в каждой клетке, друзья. Снимайте это. Больше вы это нигде не увидите. В таком положении человек может пребывать до 1,5 часов.